Ага. Итак, вчера завершился второй день брендинга с архетипами, и этот день был для меня про, наверное, обретение нового ресурса и новых сил, и как-то вплетение этих новых сил в материю Вселенной. У нас была такая инфографика, и мы большую-большую проблему, которая мешала мне развивать бренд, наполнять свою жизнь, вот как-то большую такую блокировку, ее трансформировали вот в такой вот интересный рисунок, когда эта проблема, она перестала быть для меня огромным камнем на дороге, вот, у нее появилось много-много поддержки, и в том числе как-то вот я ее доверила Вселенной. Вот, и начали происходить какие-то удивительные вещи. Например, я выяснила, что мне очень нужен креатив, творчество, такое творчество пошло. Я сегодня вот накрутила такие штучки на голове, которые никогда раньше не крутила. Вот, и уже вчера как-то в социальных сетях так интересно у меня складывалось общение, я наконец-то понимала, почему я это хочу сказать людям, что вот я несу. Не просто там какие-то слова говорил, которых мне раньше... Если я там вот прям по губам за эти слова била, какая-то мысль у меня есть, я ее хочу сказать непонятно зачем. Теперь все понятно зачем, где мои вот границы, где мои такие устои. И очень еще вчера понравилось, что мы продвинулись не только вот в духовный такой мир, но и вот в материализацию некоторую. Мы внешние вещи атрибутов бренда проговорили, прописали, ассоциации им прожили. Вот, о том, какой образ будет помогать, поддерживать, ну и форму, и содержание бренда так, чтобы оно было синхронно с моей душой. И это, конечно, тоже такая мощная работа, потому что если в первый день был такой глубокий, ну не знаю, яма такая глубокая под фундамент, то вчера вот уже появился фундамент, вот, на которой уже прям, ну знаешь, что прочное здание будет построено, потому что там есть и смысловая нагрузка, и форма, и у этой формы глубокие ассоциативные ряды, потому что начинаешь понимать. А, например, еще вчера был такой интересный опыт, это фотография, то есть опять-таки выражение бренда через материальные, вот этих вот нематериальных таких духовных ценностей, которые несет мой бренд. Какие цвета, какие формы, какие интерьеры, прям просто у меня куча мыслей из головы наконец-то сгрузилась, потому что было, а вот если я там снимусь, а так или не так, а надо или не надо, теперь мне понятно, что вот мне конкретно надо, где сниматься, где не сниматься, как, когда, какое настроение я куда хочу добавить. Вот, и это, конечно, ну тоже вот так крыляет, потому что как появилась какая-то легкость, и это мне тоже очень-очень нравится, что вот это дело такое большое, как брендостроительство, можно делать вот так вот, ну как бабочка, так нежно, крылышками порхая, и все будет прекрасно. Вот, спасибо большое, прекрасная у меня тут компания, это я тысячу раз скажу, прекрасное место, королевский отдых и королевская программа.